Первой роте туфли дали, дали. И второй дали. А нам все потом, да потом. А я так считаю, что обещания должны быть выполнимые. А если они невыполнимые, так это людей только расшатывает. Я сегодня к интенданту пошел. Меня капитан спрашивает, в чем нуждаетесь, гвардии старшина Шершов. Я ему и говорю, нуждаемся в женскими туфлями для наших боевых подруг-санитарок. Ты что, заснул? Старшина. Ну что тебе? У тебя спирту нет. Не, спирт не держим. А он, не понимаешь, отвечает, дойдет очередь, дадим. А я ему говорю, неужели ж, говорю, такая девушка Советского Союза, как, например, Таня Куликова, ефрейтор, который собственноручно вытащила с поля боя 20 героев, бойцов, и которая представлена за это на медаль за отвагу, не заслуживает туфли? А может, водка есть? Да и водки не держит. А он мне опять, а вдруг, говорит, бой. О, как же она, говорит, будет бойца-героя вытаскивать на высоком каблуке? А какой во втором эшелоне бой? Да если даже и бой, так она свободно может свои кирзовые вскочить. Как ты считаешь? Старшина. Ну что? Ну и жмот же ты. Что? Жмот? Да ты с кем говоришь? Ты понимаешь? Жмот. А ты кто есть такой, ты мне ответь. Ну ответь, кто ты есть такой? Ну, кому надо, тот знает. Да нет, ты мне ответь, кто ты есть такой? Сидишь в нашем расположении? Может, ты мою военную тайну хочешь открыть? Это насчет туфель, что ли? И насчет туфель тоже. Сидишь, понимаешь, тут. Если ты освобожденный, так иди домой, освобождайся дальше. А ты здесь сидишь. Может, ты фашист, шпион? Разве такие фашисты бывают? Да не всякие бывают, ты меня не учи. Вон под Кюстрином в подвале обнаружили гражданских немцев. Среди них седовласый такой, в штатском все лопочет, Гитлер капут, а у самого под плащом фауст-патрон. Вот может и ты такой. Боишься, что я тебя из фауст-патрона? Чего мне бояться? Бояться надо было раньше, в 41-м, а теперь уже 45-й. Я 3 ранения имею, 4 медали, и плевал я на твой фауст-патрон. А вот ты мне ответь, русский ты или не русский? Ну, русский. Ладно, откуда сам? Из Ленинграда. Ладно. Где служил? Слушай, старшина, тебе лейтенант сказал, чтобы я оставался здесь. Сказал, и не приставай ко мне. Да ты меня лейтенантом не пугай. Я с лейтенантом еще с 43-го вместе. Давай говори, где служил? А то не отвечай за свои последствия. Отвязался ты бы в самом деле. Только душу царапаешь. На Ленинградском служил я, под Кингисеппом. А с конца 41-го на Невской Дубровке, а потом уже на Сталинградском в плен попал. Постой, постой. На Дубровке, говоришь? А в какой части? В 4-й морской бригаде. Нас сначала левее бросили, на прорыв, а потом уже на Пятачок. Постой. Стой. А слева от Пятачка что было? Вторая ГЭС, это левее от переправы. А ты что, сам там был, что ли, а? А в это время на Дубровке какой суп давали? Какой суп? Угу. Вроде рыбный, с килькой, с какой-то крупой.
Точно. Рыбный. Ах, ты ж милый. Да я эту Дубровку знаешь, как помню. Я ж целый год на переправе отбухал. Рыбный, мать честная. Ой, да что мы сидим? Что сидим? Сейчас мы с тобой выпьем за эту самую Дубровку, все как положено. Эх ты, милый мой. Слышь, старшина. А ты говоришь, фауст-патрон, фауст-патрон. Да вставай, сейчас мы по маленькой двинем за Невскую Дубровку. Давай. Ты же говорил, что у тебя водки нет. Да что же, я такой уж зверский человек, что для своего бывшего солдата 100 грамм не найду. Да я сейчас еще баночку открою. Старшина, ты эту жестянку-то не трогай. Я есть не стану, я и выпить-то хочу от болезни. Трясет меня что-то. Да что ж ты. Ну, не хочешь водочки, я тебе спирту найду. Под тушенку знаешь, как пойдет? Ты милый, рыбный. Ой, как же ты мне душу разворожил этим самым Дубровкой. Ох, сколько времени прошло. Мы с тех пор пол Германии прошли. Давай, давай, ну подвигайся, ну чего сидишь? Давай, давай, ну подвинься сюда. Ну, давай. Вот. Эх ты. Как тебе лицо-то разделано? Ты что, в танке горел? Нет, не в танке. На мине подорвался? И не на мине, наливай, раз обещал. Ну. Ну а чем же тебе все-таки? Чем? Чем же тебе все-таки, а? Паяльной лампой, вот чем. Пытали? Нет, чай приглашали пить. Ой, гад. Значит, ты тут в лагере был, да? Нет, вот здесь, на подземном заводе, снаряды делал. Где здесь? Вот здесь, под нами. Что, прямо вот здесь? Дела. Знаешь что, друг, хорошо еще хоть глаза не выжгли. И мои глаза нужны были. Я механик. А за что же они тебя пытали, раз ты им снаряды делал? Делать-то делал, да чем набивал. А чем? Ну, иногда взрывчаткой, иногда и другим чем-нибудь. А чем другим? Ну, к примеру, чем? Ну, записки разные клали. Стой. А в записках чего писали? Да разные писали. Тебе-то зачем, старшина? Да нет, слушай, дело ж важное. Тут нас фашист однажды
обстреливал из гаубицы. Стреляет, стреляет, а снаряд ни один не рвется. Как булыжники кидает. Наш один сапер снаряд взял и разрядил. Врешь. Да когда я врал? А ну давай, говори, чего писали? Ну-ка дай-ка ты записал. Постой, постой. Говори, чего писали, ну живо. Ладно, я тебе скажу, что мы писали. А ну давай. Товарищ, товарищ, мы твои братья в страшных муках в фашистском плену. Продолжаем сражаться за Родину. За Родину. Спеши на Запад. Спеши на Запад. Вперед к победе. Вперед к победе. Точно. Ну-ка дай-ка эту записку. Она, конечно. Она. Слышь, старшина, а где она вам попалась? Еще в Польше, товарищ. Над Вислой. Вот он наш привет, куда дошел. Эх, жизнь. Не думал, что доживу до такой минуты. Стреляют, говоришь, а снаряды не рвутся? Не рвутся. Знаешь, старшина, другие вот радуются, что мы до Берлина дошли, и война скоро кончится, а я все время думал, как же я им не отомщу за все. За ребят. Сейчас вижу, отомстили мы. Отомстили. Стреляют, говоришь, а снаряды не рвутся. Гады. Если бы ребятам эту записку показать, хоть замученным, хоть мертвым. Слышь, ты ж герой. Что ты? Нас таких знаешь, сколько было? Герой, браток. Да за такое дело не то, что медаль. Ордена не жалко. Ах ты ж мой милый. Слышь, я тебя больше не отпущу от тебя. Поедем со мной в Воронежскую. В колхоз. Ты же у нас первым человеком будешь. Ах, ты ж милый мой, ну что ж мне тебе сделать? Эй, хочешь сапоги? А? Хромовые! Сейчас, постой. Да придержи, пригодятся, что старшина. Ты бери, бери, я их в самой Польше держу. Знаешь, сколько народу мне подсыпалось под эти самые сапоги? На, бери. Да придержи, старшина. Да бери, я ж тебе от всей души даю. Ну что ты, а ну давай. Спи, давай свою обувку, давай сюда. Вот так. Ну, давай. Это ж новый сапог, хромовый, неодеванный, ты что? Давай меня грузно. Эх, ты ж милый ты мой, да не будь себя. Ну, 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 пройдись, ну. А ну, пройдись. Сейчас, сейчас. Ну, потом оденем. Эх, ты милый. Пошли. Пошли. Эх, ты хорошо. Ну, давай. А ну, иди. А ну. Не жмуть. Не. Вот так. Спасибо. Да все. Спасибо. Ага. Значит, ты все знаешь. Всего-то никто из нас не знал. Одних подземных ходов знаешь сколько? В любом месте из-под земли могут выйти, если кто остался. Ага, ясное дело.
А ты что сам, ленинградский, значит, да? А ты знаешь, тут у нас у полку ленинградцев знаешь сколько? О, полный полк. Кажись, наши возвращаются. Ну, я пойду лягу. Ну, иди. Устал я вообще. Иди. Взрыватели, да, так, чтобы крестный точно... А давай стать. Лучше шею побреем, а? О! Во! Вот это идея! Водички достать. Водички нам. Сейчас мы достанем. О! О, в порядке, вон девушки будут сейчас. Ой, шурпали не сделай. Бери, мама. Я пойду за водичкой. Девушки, девушки, можно водички у вас? Отвернись, отвернись. О, ну, а что тебе, зачем тебе водички-то? Ну, побриться надо. Ой, куда же это нам глядя бриться ты будешь? А вдруг мне ночью во сне-то фрау приснится? А, ну, если фрау, то... На. Спасибо. Ну, повесь его тебе. Ой, как много. Эй, старшина! Старшина! Ну? Ну, шо, ну, шо, ну, шо ты, запрягла? Туфли-то принес? Не, не принес. Почему? По причине. Это по какой уж такой причине-то? Вот по такой причине, что вот, получишь туфли, а вдруг в бой. Как же ты героя бойца будешь на высоких каблуках вытаскивать? Это во втором-то эшелоне бой, уж молчал бы. Война кончается, а ты нам туфли достать не можешь, а? Ой, несчастная наша рота вот с таким пошиной. Постой, постой, ты меня не дискредитируй. Что ты ему? Ну что? А в Берлине-то все бой. Все орудия гремят. Повезло первому украинскому, как тик на Берлин повернули. Это же великое дело. В Берлине войну кончать, осторожно, а? Осторожно, осторожно, а то я порежу. Ну что ты, на нашу долю досталось. Новгород, Висла, Одер. Не, Британия. Берлинским все-таки другой почет, как скажут. Все. А, держи. Пойди. Вот так. Да, транспортировала танковые мины, так совсем просто. Крышку, понимаешь, вернут главный винт взрывателя и две надписи. Одна безопасной, белой чертой подчеркнута, а другая... А надпись-то по-русски? Ну? По-русски. Вот несообразительный ты человек, Сечкин. Так они тебе и напишут по-русски на немецкий мини. Ну, это я так. Чш, ты стой. Ты, солдат. А? Ты что, уснул? Вот, это я так. Ну, все. Ребята. Подожди. Кто знает рифму на ПТР, а? На что? На ПТР, ну, на противотанковое ружье. Так чтоб сокращенно, ПТР, а? Ой, спроси, полей. ИТР. Инженерно-технические работники. Это же рифма. Нет, гражданская, это... мне военную нужен. Гражданских рифм много, без тебя смог. Ну-ну. Нет, это я так. Военную на ПТР? Нет, ложись-ка лучше как спать. Как-то нет. Ложись, ложись. О, что это ты на мою кровать залез? Ну-ка. Таня! Танюш, слышь? Соловей! Ага. Дядь Миш, слышь? Ой. Ага. Ой. Тихо!
Эх, от у нас Воронежской соловей, да-да. Яблоню в саду, как дась, это ж народный артист, а это? Соловьи, соловьи, не тревожьте, солдат. Пусть солдаты немного поспят. Ребята, ребят, а ведь война-то кончается, а? Вот еще немного-немного, и все. И станем мы с вами историей. Кем? Историей, Коля. Ты понимаешь, что история свершается? Вот сейчас идет, шаги слышно. Нет, мы историей не станем. История это прошлое. Вот я здесь недалеко видел одну бывшую могилу одного бывшего немецкого графа. Вот эта история. Ой, какая же это история? Это просто могила и все. Точно! Безжизненная могила! Вот-вот. Был этот граф, не был этого графа, все равно. А если б нас не было, вот советской армии, так все совсем по-другому пошло бы. Ведь потом в учебниках, в книгах, как будут писать? В мае 1945 года советские войска победили врага и спасли человечество от фашизма. А ведь это мы. Вот все мы, вот. Вот Шура сейчас насчет туфель интересуется. Ты вот стихи сочиняешь. Алеша учил Гришку мину разряжать. А потом через 100 лет, наверное, будут думать, что мы какие-нибудь великаны были. А мы вот они, вот, вот. Одни погибали, другие вставали на их место. И пришли мы с вами в Германию. Вообще-то факт. А ведь сейчас-то все человечество прислушивается. Вы понимаете, ребята, человечество затаил мир дыхание и ждет. В Москве ждут, в Париже, в Италии, Норвегии. Россия ждет, ребята, огромная, ведь сейчас вот на Урале где-нибудь в ночной женщины у станков не спят, прислушиваются. В Ленинграде не спят, и все думают, да что же это наши-то в Берлине делают? Когда же война-то кончится? А там... Скоро-скоро последний раз пушка ударит. Боец стегнет из автомата, отложит его в сторону и вытрет пот с лица. И тогда тишина пойдет по всей земле. Первый раз за долгие годы тишина. Станет вдруг слышно, как листья колышутся, как влюбленный шепчет. Настанет мир. Вот тогда-то мы и сделаемся историей. Эх, Таня, разбередило сердце. Точно. Не часто бывают такие разговоры. Не забыть нам годы боевые и привалы у Днепра. Завивал там кольца голубые, дым махорки у костра. Эх, махорочка, махорочка, махорочка. Здорово, славяне! Здорово. О, 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 о.
Разведчик гвардии сержант Черный прибыл в расположение. Старшина, расход оставляли? Ага, иди на кухню. Уже был. Суп удали, гуляш весь съели. Как собачился, Шурочка? Да не трожь ты. Перестань давай щекотаться. Ты лучше расскажи, что эти экзамполиты-то вызывали? Да вот, хотят на героя представлять. Правда, Вась? Да нет, треплюсь. Иду по улице, смотрю, немцы чего-то лопочут. И боец меж них, не нашей части. Смотрю, не тактично ведет он себя. С немца часы срывает. Ну, я ему положи обратно. А он мне, ну ты, говорит, отцепись. А то ты, говорит, у меня будешь не жить, а тлеть. Ну, я ему и дал по-гвардейски. Откуда же такие? Кто такой? Да так, отброс жизни. Ну, а потом что? Ну, а потом его в трибунал, а меня к замполиту. Насчет рукоприкладства. Нарада. Ушнов. Ушнов! Вольно. Сочиняешь, да? Сочиняю. Рифму на ПТР никак не найду. На ПТР? Ну, это я мигом. Пиши. Ага, ПТР. Нет, не могу. С рифмами знаешь, как трудно. Вот хочешь, я тебе прочитаю первое четверостишье? Давай. Это про то, как мы под Кюстрином дрались. Давай, давай. Вспышки ракет освещали нам путь. Пламя пожарищ слепило нам очи. Помни, товарищ, и не забудь, как мы сражались в день ночи. Хорошо, здорово. Вообще-то ритм ты правильно содержишь. Но читаешь без перелома. Как без перелома? А так, внутри перелом надо делать. Так сюда. Вот. Вспышки ракет освещали нам путь. Пламя пожаров слепило нам очи. Помни, товарищи, не забудь, как мы сражались те ночи. А вообще стихи ничего. Смело посылай в голос бойца, напечатаю. А это что за человек? А, лейтенант прикомандировал. Освобожденный из Ленинграда. Из Ленинграда? Значит, соседи. Из Ленинграда? Эй, товарищ! А ты из какого района, а? Да какой же он тебе сосед? Ты же Симферополь. А что, два пролета по 1000 километров пустяки? Товарищ! Товарищ, как тебя зовут, а? Тише, тихо, спит же он. Вообще-то парень герой. А насчет чего герой? Насчет разведки, что ли? Насчет мужества. А, ну ладно. Устал, Таня? Нет, ничего. Чего? Ночь-то какая, Вася. А чего делали-то? Санбат готовили к эвакуации в тыл. Уже прямо в Россию. Кончается война-то, Вася. А? Что? Фрау, Даша. Да ты что, сбесился, Чешо? Можешь спать? Фрау. Есть. Ну, ты скосился. На, герой, фрау. Ой. Это точно, что кончается. А тебе удобно так, Таня? Ты возьми шинель мою, подложи. Нет, Вася, мне хорошо. И сапоги сними, Таня. Давай, да нет, они просторные, Вася. Спасибо, не стой, надо. Стой, пойдем. Ну как тут, в порядке, Алексеенко? Глядишь? В порядке, товарищ старший лейтенант. Ну-ну, гляди.
Сегодня почта была. Получила что из Ленинграда? Нет. Сегодня опять ничего. А ты? Из дому написали. Чего пишут? Отец уже два раза выходил в море за кефалью. Ну да. Дружок Мишка Гриднев вернулся без руки. Ну ничего, поставят бригадиром на винограднике. Да, война. Как ты встретишь меня, любимая, если вдруг у людей на виду из сражений огня и дыма уцелевший к тебе я приду. Может, медленно... Хорошая песня какая. Может, медленно с места сдвинешься, имя тихо мое говоря, или птицей на грудь мою кинешься, ярким пламенем сердца горя. Может, встретишь, как гостя нежданного, с удивлением глубоким в глазах, или встретишь, как друга желанного. Вася, не надо. А чего не надо? Ну, сам знаешь, Вася. А я там тебя обнял не по-дружески, я тебя по-товарищески. Но все равно, Вась, не надо. Не надо. Эх, Танюш, вот война кончается, что же мы так и разойдемся, так и забудем друг друга. Да что ты, чудак, никогда мы теперь друг друга не забудем. Письма станем писать друг другу, все. Шура, Алешка, ты, я, Гриша. Да в гости станем ездить друг к другу. Мы теперь на всю жизнь останемся самыми верными друзьями. Да разве я о том? О чем? Притворяешься, будто не понимаешь. Весь батальон считает за жениха и невесту, а ты даже волосы погладить не позволяешь. Эх, Татьяна Васильевна, лучше бы меня Шура тогда из немецкого блиндажа не вытащила, чем такие переживания переживать. Вася! Я уже родным написал, что женюсь, а ты... Подожди, Вась, ну разве я тебя обнадеживала? А как сам батя за мной ходила над Вислой? Так... Кровь свою отдавала. Так на меня никто не мог обижаться, как я в санбате ходила. Ну, это так. Ну, скажи тогда, ну, чем я тебе не хорош? Что, я трус был? Или что, про меня кто сказал, что я из боя вышел? Или обидел кого? Ну, скажи, что ты против меня имеешь? Да что ты, Вася, ну что ты? Да ты же любой девушке понравишься. Или, может, тебе не по душе, что ты десятилетку кончила, а я из пятого класса по своему собственному недоумению ушел? Да ну тебя, чудак ты какой-то. Ну при чем тут это? Да ты же, может, еще академиком станешь. Ты же молодой еще. Молодой. Эх, Танюша, вот лежишь ты тут маленькая, усталая, а у меня сердце кипит. Разреши ты, я бы тебя всю ночь на руках носил и укачивал. 3 ордена имею, на 4-й представлен, а я бы твои сапоги со своим удовольствием чистил. Молодой. А я, знаешь, как в последнее время свои лета чувствую. И все из-за переживаний, какие приходится переносить. Я теперь в каждом бою такие нервы теряю. И не из-за себя. Мне-то что, из-за тебя? Где снаряд рванет, а я все думаю, вдруг Таню поранила, вдруг... Правда? Ну, спасибо тебе, Вася. Спасибо. Разве ты меня любишь? Я для тебя как всякой. А вот я, какой не усталый, в часть приду, только тебя увижу. У меня сразу, знаешь, какие силы прибывают? Даже сразу хочется сделать что-нибудь физическое. Знаю, Вася. Теперь знаю. Но только... Из-за него? Да ведь погиб он.
Ну тебе же из части писали, видели, как скосила его немецкая пуля. А если нет, а если жив он? Я же слово ему дала. Да если бы живой был, а то мертвый дорогу заступил. Не смей так говорить. Я всю войну с ним прошла и всегда его рядом с собой чувствую. Кто это там? Да ты не бойся, это парень тут один освобожденный. Ты спи, Таня. Таня, ты спи. Я тебя вот шинелью накрою. Таня, разговор этот наш не кончится, да? Ты спи. А мне и спать неохота. Эй, парень, ночь-то какая? Слышь, ночь, говорю, богатая. Ты чего молчишь? Хочешь махорочки? Сверни себе Курскую дугу. Послушай, разведчик. Ну чего? Ну-ка сядь здесь. Чего не сесть? Да. Закуривай. Слушай, я весь твой разговор слышал с этой девушкой, с Таней. Ну и что? Ты тише, тише, чего ты орешь? Важное хочу сказать. Что важно? Слушай, я этого человека знал. Какого человека? Ну, которому она слово дала. Ленинградский парень. Мы вместе в плену были. Ну и что тот человек? Погиб он. Как погиб? Немцы его убили и сожгли в крематории. Это точно, что он в плену был? Ведь в части видели, как его убило. Ну, значит, раненый в плен попал. Зачем же мне тебе врать-то, ну? Ну, врать-то, конечно, зачем. Откуда ты знаешь, что это он, про кого она думает? А мы друзья были, он мне ее фото показывал. Через все обыски пронес. Я ее утром сразу узнал. Значит, погиб. Погиб. А как ты докажешь? А зачем мне доказывать? Погиб и все. Ну тебе-то все равно, она не поверит. Его Кирилл Венков звали из Ленинграда. Точно. Слушай, а как он погиб? Как погиб? Да. Да просто, как русский, как советский. А это там много было, как советской погибнуть? Много. Так ведь многие на это и шли. Ну так. Ты не думаешь, что я радуюсь? Я за чужую смерть радоваться не стану. Я из-за нее, из-за Танюши, чтобы она напрасно не надеялась. А я к чему и говорю, услышал ваш разговор и думаю, что же на его зря-то будешь ждать, если он погибший? Она, может, годы его ждала. Может, и годы. Она такая, вот ты не поверишь. Маленькая, из себя вся нежная, а ее там пулеметным или минометным огнем не испугаешь, нет. Другому бойцу стыдно, как она в самый бой лезет. И чтоб когда пожаловалась на что, устала или там недостатки какие, нет. Слушай, а может, мы сейчас ей скажем? Ты бы ей сказал. Ведь это все-таки ей утешение. Если он как герой погиб. Стой. Подожди.
Зачем торопиться? С хорошим спешить, а с плохим что же? Завтра успеем. Ты закурить обещал. О. Метинка от плена осталась. Ты не расспрашивай, неохота мне старое это ворошить. Ладно, ладно, не буду. Я к тому, что больно тебя разукрасил. Горел, да? Нет, не горел. Да брось ты об этом. Ну. Да ладно, не буду. Я так спросил, для сочувствия. Не хочешь, не говори. Как махорочка? Грибка. Самосад? Чистый, из дому прислал. Небо-то в той стороне, все вспышками. Слышь, чего я тебя спрошу? Только ты не обижайся, ладно? Ты вообще-то... Что вообще? У тебя раньше тоже девушка была? Ну, была, да брось ты об этом, ну. Да нет, это я к тому, что у меня, к примеру, не было. Я насчет этого скромный был. Так проводить или поговорить, даже не целовался ни разу. Ну и как ты теперь ей покажешься? Нет, не покажусь. Ну что ж ты, милый, ну ползи, ползи сам-то, ползи, отталкивайся ногой, отталкивайся. Она. А почему не покажешься? Ну, а ты бы на моем месте показался бы? Я бы. На свой, конечно, характер. Показался. С таким лицом? А хоть с каким? А что же это получается? Я, мол, хороший, отказываюсь, а она пусть моим горем пользуется. Это слабость от своего отказываться. А нас эта война не на слабость воспитала. Она бы меня из жалости любила. Жалости не хочу. А это надо испытать. За жалость или как? Ночь-то какая длинная. Все не кончается. Ну ладно. А вот такой пример. Вот ты, скажем, как ты есть, а у Тани вдруг объявился бы человек, которого она раньше любила, которому она слово дала. Ты откажешься от нее? Я? Нет. Не откажусь. Эх, товарищ, ты думаешь, я тебя сразу не понял? Как ты мне сказал, что весь наш разговор слышал, меня сразу словно что толкнуло, он. Ну, я не откажусь. Только чтобы честно, пусть она решает. Зря я остался здесь. Мне ваш... Ваш лейтенант сказал по заводу провести. Я, конечно, с радостью. Думал, кого из тех гадов увижу, которые нас мучили. А потом увидел ее. Поверишь, убежать хотел. Ну, ты.
Я тебе убегу. Ты убежишь, откажешься, я откажусь, она виноватая выйдет. А нам ее виноватить нельзя, это война виноватая. Молчи. Что молчи? Проведу вас по заводу и уйду, а ты молчи. Куда я с таким лицом? Нет, не уйдешь. Что же ты хочешь, меня бесчестным сделать? Чтобы я всю жизнь воровным счастьем пользовался? Да тише. Нет, не выйдет. Тише. Что тише? Я всю войну прошел, а под конец бесчестным стать. Мы ей скажем. Вот что. Ну ладно, ладно, ладно. Мы с тобой так говорим, как будто война уже кончилась. А она вон, идет еще пока. Не так я ее, Таню, люблю, чтобы обманывать. Вот освобожденная есть? Ленинградская. Звонков, что ли? Есть. Давай к лейтенанту, там в подвале шевелится кто-то. Видно, фашисты выходить собираются. А ты поднимай людей. Давай скорей, я проведу. Есть. Подъем. Со мной. Давай, 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 давай. Ой, а где же наши, а? Шур! Ой, что такое? Вставай скорее, смотри, наши-то куда-то ушли. Ой, Сань. А? Ой, господи, как спала хорошо, вечно ты там разбудишь. Что случилось? Да нет, куда они ушли-то? Черт. Дядя Миша, а где наши? Операция была. Какая операция? Да тут в подземном заводе фашистов обнаружили. Ну и что, взяли? Да взяли. Только одного нашего убило. Кого? Кого? Да вот парня этого освобожденного. Начали фашисты выходить. Двоих взяли, остальные назад. Но парень этот освобожденный говорит, надо идти вслед, а то они сбежать могут. Там много выходов. Стали спускаться в подвал. Коридор широкий, трехтонка пройдет. Вдруг фашист как брызнет из танкача, в нише прятался. Ну, Васька его гранатой, а парень-то упал. Вася к нему, а он уже мертвый. Через грудь перерезала. Ой, надо же, а. В самом конце войны из плена вышел человек. Да главное, неизвестно даже, кто он. В кармане обнаружили записку и фотокарточку. А что за записка-то? Да это пленные вкладывали в снаряд записки. Ах ты, красавица. Ну, шакарчик, ну, на, посмотри, только она же стертая, там ничего не видно. Ой, девушка. Ой, Тань. Чего? Смотри, вроде на тебя похоже. Где? Смотри-ка. Ой, чего ты, чего, Тань? Кирилл! Кирилл! Что? Убит? Ну, ты что сказал, убит? Да. Нет, 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 нет! Может, ранен, да только! Стой, говорю, через грудь перерезала. Да. Знакомый он тебе, что ли? Дядя Миша! Такой знакомый! Танечка. Что? Танечка. Тут рядом был! Что? Я даже не подошла к нему!
Танюша. Нет, голова у Тише! Слышите? Орудия уже не стреляют! Не стреляют, точно. Значит, кончилось. Вас, видишь? Не должен. Не должен. Твой мир, Танюша. Кончилась война. И это уже история.